совсем хорошо вошли в этот период, а на второй тайм был намного лучше, парадоксально. На втором тайме были два мяча. Голы забивались в очереди ворот, по центру. То есть это, как я понимаю, это отсутствие нехватки, вернее, концентрации. По-другому сказать не могу, я в первую очередь акцентировал внимание на третьем номере нападающим и позвали его устроить через фланги просто. В принципе, о чем мы говорили, это то, что мы анализировали после первой игры нашей. Тем не менее, мы все равно недоработали, если позволить. Два сразу вопроса. Насколько мешала погода и насколько принципиально для команды был этот матч, ну, с учетом того, что ну, в турнире тая блица, в общем-то. Естественно, погода была лучше. Подписывай спросили, но тем не менее я как-то не подспросил. И дальше дискомфорт был. Голова замерзала. Ну что мы спросили, что касается значимости матча. Знаете, когда проигрываете 6 мячей, в спорте и вашинские настроения не должны быть в большом смысле. Конечно, мы хотели отыграться. Хотели отыграть на положительный результат. И как игра пошла, я понял, что так тоже видно. Но заметка в этой ничейная игра. У нас было немного возможностей. Нам плохо